Всем привет, ребята, у нас 12 уровень, максимальная сложность, это Kingdom Rush Vengeance, и возьмем следующего героя. У меня единственный вот тут из первой линии не прокачанный, 9 уровня. Давайте смотрим, что у него за скиллы. Бросает во врага ледяную глыбу, 50, 125 или 225 урона. Дальше, морозное дыхание, на 3 секунды замораживает всех врагов, увеличивает площадь охвата, еще больше увеличивает охвата. Ну, заморозка, не знаю, пока не буду брать. А Джигу начинает подпрыгивать, сотрясая землю, оглушая, нанося врага 70 урона. На прицеление, это крутая тема. 220 урона, 5 секунд, крутая тема. Прежде чем умереть, Джигу на 3 секунды создает вокруг себя непробиваемую ледяную преграду. Это типа, но он все равно потом умрет, я так понимаю, на 9 секунд. А создает заполненную льдом зону, замедляя врагов на 30% скорости, нанося 30 урона на протяжении 5. Ну, это можно взять, да. И берем Джигу на 3 секунды, замораживает своим дыханием. Все. Замечательно. Постоянно восстанавливает свое здоровье. Вот его кровь Йети называется, это его пассивка. Все, это понятно. Все, и мы начинаем, значит, угодья Аттила. Это у нас ферма, наверное, тут. Да, ферма. Поехали, максимальная сложность. Вот она, безумец. И начинаем. Ой, как красиво сразу. Тут что-то на ферме надо было сделать, я забыл. А, вот, наверное, вот тут надо что-то лопнуть, не? Да, наверное. У меня ачивка какая-то не сделана. Во, уничтожьте урожай. Все, ачивку сделал, класс. Я рад, что ачивку хоть сделал. Так. Значит, они пойдут. Вроде несложный уровень. Так, что тут придумаем? Сейчас, секундочку. Точно это. Здесь так. Здесь так. Ладно, поехали, сейчас разберемся, что лучше сделать. Ну, не самый сложный уровень, ну и не самый легкий. Тут бывают нюансы иногда. Так, что в конце? В конце... Ну, наверное... О, здесь рыбак еще. Здесь, наверное, вот так сделаем. Так, пусть идут. Будем обстреливать их. Максимальный апгрейд. Кто против нас? Новобранец, 270 здоровья. Ничего себе, новобранец. 270 здоровья. Это что, так много-то здоровья у него? Это типа сложнее и сложнее все. Ну, тут вот чувствую, что сложность будет. 364 здоровья. Много у них. Ну, что-то и умирают они быстро. Как-то, не знаю. Ну, я прокачал тут, конечно. Так, скелета куда поставим? Ну, скелета подальше вот сюда. Наш герой, он не боится особо чего-то, потому что у него и реген здоровья идет. Хорошо, давайте. Пусть идет вперед. Уничтожает всех. Ну, желательно, чтобы еще вот это достреливало башню. Запускаем дальше. 36 монет бонусных дают. Все хорошо. Угу. Так, у меня ачивка есть вот этих скелетов призывать. Осталось штук 30, чтобы они создались. Я хочу доделать, и эту башню больше не беру на следующий уровень, чтобы просто ачивку доделать. Так, заморозочку сделаем. Сделали. Пока все хорошо. Тут какие-то псы, сторожевой пес. 108 здоровья, очень мало как-то. На фоне других ребят, очень мало. Хорошо. Какая-то музыка не очень красивая здесь играет, я так не слушаю ее особо. Но что-то мне она не нравится. Что-то музыка вот на этом уровне так себе. Так себе музыка. Так себе. Так, ну и здесь еще сделаем апгрейдик. Так. Что тут пощелкать? Может, ачивка еще какая-нибудь есть, достижение секретное? Вот всех овец лопнуть, например. Бам, бам, бам. И этот такой злой. О, тут он реально злой, смотрите. А, он бежит! Джо Дженкинс, ё-моё, у него 2000 здоровья, он идет в атаку. За него, наверное, дадут что-то, типа. Я уже такое делал, я уже забыл. За него золото, походу, дадут, но надо убивать его. А сколько у него здоровья? Урон, вернее. Ого, 32. Так надо его нормально бить. У него хороший урон такой. Ну, убьем его. У него 700 уже осталось. Сейчас он с моим героем. Бах-бах, один на один. Так. Надо заморозку прокачать. Это круче, чем третья способность, которую я какую-то вкачал. Ну, что, все равно 10 уровень сейчас будет герой. Я на следующий уровень тоже этого героя возьму. Скорее всего. Ну, тут он нормально заходит. Так, телепорт вкачаем.
Телепортик вкачал я. Улей надо еще поставить. Давайте вот здесь улей сделаем. По-моему, хорошее расположение. Будем улей кидать. Стрелять хорошо. Бумерангами всякими. Нормально, нормально. Мне нравится. Расположение хорошее. Музыка не очень, расположение хорошее. Ну, ничего. Я вот так не сильно слышу, но что-то музыка мне не нравится. Так, а это кто такой? Капитан отряда. 675. Что-то не сильно много у него здоровья. Капитан отряда. В два раза больше, чем у обычного. Что-то не капитан он еще. Совсем никакой не капитан. Ерунда какая-то. Я уже не помню, какие у них тут способности, какие-то особенности. Это надо читать энциклопедию, которая в меню там. Чтобы вспомнить это все. Ну, проходим, как проходим. Так, заранее так. Заморозили красиво их всех. Реально красиво. О, там еще кто-то идет. Смотрите, это что? Крестьянин. 108 здоровья у него. У него курица еще сзади. Что-то он несет, типа курица какая-то. Перья какие-то. Не знаю, что они атакуют. Но у них очень мало здоровья. Шансов нет у вас, ребята. Вы че? Что они все на нас валят? А, мы теперь... Мы же за плохих играем в этой части. Да, завязано, типа. И поэтому они как могут пытаются. Мобилизируются. Максимально все идут в атаку. Да. Так и есть. Все в одну кучу. Все тут прям. Не видно, что происходит прям. Все в одну кучу валят. Ну что? Пчел сделал. Так, я просто думаю, что дальше-то? Ну, наверное, скелетов пока сделаем здесь. Тут надо еще скелета поставить большого, чтобы он где-то здесь стоял как-то. Блокировал кого-то. Руну эту еще прокачал. О, летающие пошли. Я думаю, может быть, здесь. Не, наверное, вот здесь. А, лучников поставить еще. В конце добивали, что достреливали. А что за птица, как ее зовут? Охотничий орел. Птичка. Орел. Восьмая волна. Но там в конце что-то будет сложное еще. Не все так просто, я уверен. Не все так просто. Тут надо больше магии еще добавить, мне кажется, где-нибудь. Это одна магическая башня, это не то. Хотя пока все окей у нас. Так, еще скелеты сделаю, чтобы точно хватило нам этих скелетов для достижения. Телепортнулись они все назад сейчас, так красиво. Улей надо прокачать и бумеранг вот этот. Больше ранг называется он в русском переводе. А что тут с этим, с рыбаком? Наверное, что-то проплывает, а можно выловить, наверное, что-то. Надо следить просто за водой, в какой-то момент что-то поплывет там. На последней волне может быть в конце. Не знаю, но, наверное, делай ачивку какую-то тут. Он реально рыбу ловит. Но там реально что-то может быть еще, наверное, попасться. Так, большой скелет выходит. Мелкие эти идут, у них 270 здоровья. Казалось, что это много здоровья, но что-то как-то... То ли герои реально какой-то крутой идут, то ли что. Как-то они подходят, и все просто бам-бам умирают просто. Просто без шансов как-то идут, умирают. Жалко даже их. Челленджа никакого. Просто как мясо какое-то. Идут. Мне даже барак этот не нужен, что я там поставил. Вот сейчас вот понадобится. Один чувак зашел все-таки. Ну, так в целом-то и не надо было. Все скелеты максимальные. Уже... Ну, давайте оглушение еще вкачаем. Уже прям все апгрейды.
Мне надо две башни еще в конце продать и ачивку доделать одну. Там две башни продать просто. Скоро все ачивки будут у меня. Прям 100 полное прохождение, 100%. Ну да, надо еще 16 испытаний, железные испытания, героическое, еще там как-то называется, пройти. Призовите 500 воинов скелетов. Все, короче, вот эту башню меняю, она мне нужна. Я сделал все достижения. Я рад. Я рад, что все получилось. Можно будет новую башню одну сделать. Другую поставить. Лучников проапгрейдил в конце. Что вот здесь поставить? Давайте подумаем. Скелетов нет. Мага, может быть, рыцари. Может быть, лучников, да. Мне же надо этих воронов прокачивать. Мы сейчас будем воронов ставить. Пусть клюют всех. Как-то так. Сейчас посмотрим. Радиус хорош. Стрелять будет. Давайте здесь все-таки в первую очередь в конце. Хотя мало кто туда добегает, конечно. Ладно, воронов там не делаю, делаю здесь воронов. О, еще кто-то вышел, он выходит уже за зданий. Ладно, давайте сделаем, раз тут кто-то бегает. С домов выходят. Все в атаку. Военное положение. Да. Ой, а что это с ними? А, это они на руны наступили, у них было такое, что типа по ним больше урона в этот момент. Я понял. Запускаем дальше. Пока что все ок, все легко. Комбинация у нас крутая работает, я так понимаю. И герой как-то заходит здесь. Ледяной, хоть и не с этого мира, но все окей, все работает. Бумеранги, тут оглушение, все. Все прокачано. Здесь только осталось. Собачка пытается пробежать. Ну-ка, давайте мы их всех там. Что много их накопилось. Здесь еще сделаем, пока есть возможность. Что-то много их там, кажется мне. Все в одной точке там что-то сражаются. Но пока норм. Так. Походу все. Тут ничего сложного не будет уже. Под конец, может, там что-то прозеваю я. Ну, я сейчас все сделаю. Все, здесь у нас ворон пошел. Так, ждем. Пусть подходят. Морозочка. Ну тут, походу, реально наш герой крутой в плане, когда он вот прыгает, он очень много урона наносит в этот момент. Судя по всему. Потому что у нас нет такого урона по области большого, но тут как-то нам легко все дается. Мне кажется. Такое ощущение у меня. А, тут хочу барак, чтобы вот эти вот вороны немножко поклевали кого-нибудь здесь, с этой стороны с ними. Ну нет, не достает он туда. Не достает. А, еще одна волна.
Ну, сейчас интересно, сейчас прям много их тут. Сможем убить, не сможем. Вон их сколько, все в одно место идут, идут, идут. И потом, походу, мой герой всех убивает, реально. Это заслуга моего героя, походу. Походу, он реально крутой, когда вот такое скопление. Вот сейчас он бам-бам-бам-бам. Как гвоздь забивает. Их очень много, мне кажется, я сейчас не вывезу. Слишком я переборщил. Я рано начал следующую волну, когда еще этих не убил. Мне кажется, очень-очень стрёмно сейчас проходить. О, тогда я этих наверх я поставлю. О, есть вариант вот сюда. Подкрепление у нас появилось. Неожиданное. Бам, еще поставил. У меня же, когда эта способность первая убивает кого-то, она, типа, снижает перезарядку, свой кулдаун. Поэтому так второй раз я быстро выстрелил. Я тогда много убил. Почти сразу готово было. Все, победа. Ну, это быстро, 16 минут. 15 минут, короче, прошел я. Такой вот стратегии. Все, сейчас меняем скелетов. Будет сложнее, потому что, мне кажется, еще скелет очень крутой. Ну, крутая башня, и без нее будет сложнее следующий. Погнали дальше. Героя не меняю, вкачаю, он уже 10-й, наверное, да? Вкачаю вот это. Он теперь еще больше мороженого дыхания будет делать. По радиус. Так, значит, 13-й, только башню меняем. Так, у нас надо менять эту. На какую поменяем мы? Мрачное кладбище. Или элитные истязатели. Или гнилой лес. Или злые сестры. Ну, на самом деле, мне надо менять вот на это. На гоблин на ракете, потому что здесь достижения есть у меня. Вот из этих скиллов что-то надо делать. Поэтому, наверное, вот так делаю. Ну, чисто достижение ж я делаю. Раз я прохожу второй раз, я ж уже об этом говорил, надо уже что-то доделать. Погнали. 15-й или 13-й, 13-й уровень. Как я правильно сказал, наверное. Ой, подождите, это такой уровень сразу? Ничего себе. Сразу такой уровень. Ну что, тут, ну прям красиво, в 4К на таком мониторе это выглядит шикарно. Видели бы, как все видно прям. Так, ну надо правильно расставить нам... Правильно расставить нам. Так, ну тут два варианта, я считаю. Ну, или три. Три варианта вот здесь. Здесь я бы, наверное, вот эту поставил штучку. Мне она очень нравится здесь. А вот здесь я бы поставил... Ну, телепортировать обратно не надо, скорее всего, магия. Поэтому, наверное... Давайте пещерных гоблинов. Здесь. Что здесь? Ну, рыцари, наверное, просто ставить. Или просто магию. Просто чисто вот тут вот. И подкрепление ставить туда. Давайте так сделаем. Далее. Здесь, наверное, магия будет у нас. И вот здесь магия, скорее всего, будет. Или вот здесь. Наверное, даже здесь. И вот здесь. Так, вот здесь, наверное, и на низ, чтобы стреляли. Лучники я ставлю. Лучников. И вот здесь лучники очень хорошо зайдут. Все, все остальное буду думать. А, здесь паучков можно призывать. Да-да-да, добавляет одно... Паучки. Это, по-моему, про этот уровень пауки, да? Ну, походу, да. Ладно, паучков уже сделал. Сейчас будем смотреть, что тут у нас. Все-таки мелкий тут, большой уровень, длинный такой. Но я считаю, что здесь надо прокачивать магию, наверное. А может не надо? Ну, посмотрим, короче. Начало такое, погнали. Тут домик сверху закрытый какой-то, вот я вижу. Откуда? Оттуда, наверное, кто-то выйдет потом, да? Или это для красоты? Непонятно. Ну, красиво тут все нарисовано так. Мне нравится. Что здесь? Ну, здесь можно просто бараки какие-нибудь. Ну, как-то ну, не очень удобно будет это все. Посмотрим, короче, что там делать. Пока непонятно. А вот паучки вышли. Они, короче, и там. Только нельзя выбирать, где они, наверное, находятся, да? Нельзя это выбирать.
Ну, 210 хочется потратить здесь, потому что мелкие они как-то быстрее будут убивать. Наверное, мелких. Собачка пробегает тут как-то, но у нее 100 здоровья, ничего страшного. Снизу пойдут сюда. Хорошо, будем здесь принимать их. 180 сейчас вкачаю, наверное, разочек. Вообще урон никакой не нанес. Магическая башня. Тут реально рулит, походу, герой. Он реально имбовый какой-то. Мне он не особо нравится. Но я так смотрю, что с ним так легко прохожу все. У него урон под 100 ударов. Еще регенерация здоровья, еще вот это вот... Короче, имбовый, походу, герой какой-то. Он ни разу не умер еще. Я всегда его подставляю там. Но его никто убить не может. Реально имбовый. Походу. Но вот этого мне больше не нравится все равно. Он просто скиллы у него скучноватые. Просто бьет по земле и замораживает. А, ну и время от времени кидает вот этот ледяной шар свой. Так, там уже пошли ребята. И там собачка побежала, да? А там паучки встречают. Там нормально. Там нормально все. Собаки там танкуют. Так, они сюда зашли, значит, они сверху выйдут здесь, да, получается? С этой стороны. Да, вот он вышел. Сейчас будет сражаться. Понятно. Следим внимательно просто за всем этим. Заморозились. Да, тут магия нужна. У них защита от физу-атаки. Тут летающие, кстати. Но я их должен убить, у меня же магическая крутая, не? Ну, как-то так себе я их добиваю. Вон, птичка пролетает практически. Подкрепление туда ставлю. Надо что-то сделать здесь. Немножко побольше урона нужно. Пауки вышли, защищают. Так, делаем так, чтобы птичка не пролетела. Орел. Еще летающие у нас идут. Так, тут паучки вышли, кстати, на защиту. Кстати, заморозить... О, эту паутину надо сделать. Мне кажется, 220. Все медленнее будут идти вот здесь. Все сделал. У нас больше времени реагировать будет. На все это дело. Хорошо. Снизу тут у нас что-то справляются, наверное. Непонятно. Какие-то пошли эльфы уже снизу. Что там происходит, непонятно. Сейчас вернусь быстро. Герой медленно еще, вот минус, да. Пока дойдет куда-то, уже все, там уже помощь не нужна. Ладно, кидаем так. Тут жрица лечит их еще, я смотрю. Тут у нас какие-то проблемы снизу сейчас пошли. Я их решаю. Сверху пошли эти ребята. Надо бьем их. Магическая башня очень крутая вот эта. А, добиваем. И тут магическая крутая сейчас будет. Телепорт назад прокачая, будет спасать нас. Ну, собака там. Еще. Хорошо. Да, надо телепорты здесь и здесь ставить. Mm-hmm.
Создайте 200 паучат. Все. Еще одно достижение выполнено. Я рад, что все у нас. Прогресс идет. На месте не стоим. О, какой-то бомбит теперь меня грифон. Ай-яй-яй. Ну, вроде не опасно. Он бомбит, он не пролетает. Бомбит и бомбит. Чё нам до него? Тут тоже паутину давайте сделаю. И там заморозочка, так сказать. Замедление. Тут 300. Много золота на этом уровне дается. То есть постоянно золото трачу. Такой экшен прям идет постоянный. Нон-стоп просто. О, герои пытаются моего убить. Урон у них большой. Но герой регенит здоровье вон. Время от времени. Ну и по ним по чуть-чуть стреляют. Так, ворона готова. Ворон, вернее. Здесь сейчас тоже ворону сделаю. Чисто для ачивок. Ну, смотрите, как опасно пробегают. На, грифон эти сейчас сильные бомбят. Он сейчас пройдет. Так. Запускаем уже 11-я волна. Быстро идет, так все, экшен. Люблю такие уровни, где экшен нон-стоп. Не ждешь, пока они там что-то выйдут откуда-то. Вот так вот надо делать уровни. Повеселее. Надо я туда делать за 310, это думаю. Сюда делать. Тут телепорт. Там телепорт. Что-то у нас сверху там какие-то проблемки. О, телепорт сработал. Надо их решать, эти проблемы. Проблемы надо решать. Запускаем дальше. Паучки повылазили, помогают реально. Полезные. То там они, то внизу, то сверху. Я их вначале купил сразу. Недорогой апгрейд, 90 или 80 стоил. Один. Там два апгрейда сделал. Так было один, наверное, паук стало 2-3. Как-то так. Все, всех поубивали. Телепорт и здесь заработал. Сейчас я сделаю здесь бумеранг. Будем убивать пчелами, скорее всего. Пока все нормально. Но лезут со всех сторон. Тут надо внимательно играть. Если с первого раза проходить. Не хочется перепроходить, конечно, уже концовка скоро. Так, собаки, там это мелочь все внизу. Пчелки, пчелки, пчелки. 170 сейчас. Улучшим. Ну, пора вот эту башенку сделать уже. Дорого, но надо. Надо. Тут такой урон будет по области. Бух, бух, бах. Ой, заморозочка какая красивая от нашего героя. Бах, камнем еще. Сейчас по земле. Бах, бах. Ой, все, все, все. Красота какая.
Хорошо-то как. Замечательно. Сейчас, правда, с туннеля сверху появится, он все выйдет. Надо готовиться, принимать их. Ой, сколько их тут. Смогу ли я отбиться-то? Это я следующую волну уже запустил. Снизу там. Кстати, телепорт могу сделать на этом уровне. Я так подсчитал, что тут довольно много телепортирует. По 60 раз, 60, там 666 надо было. То есть, ну, практически сейчас могу сделать. Но мне не хватит уже, наверное, 14-я волна. Но в целом телепорт часто я вижу, что тут работает. Здесь расположение очень классное, телепортов этих. Вот здесь сразу на 6, здесь на 6, здесь на 6, здесь. Вообще класс. У меня телепортов много, сколько? 4, вообще столько никогда не делал. Тут реально ачивка быстро делается. Но если бы еще пару раз, пару волн было, сделалось бы. А так не хватит, я чувствую. Так не хватит. Взрыв взял. Все, последняя волна. Финальная волна. Давайте смотреть. Финальная волна. Грифоны летят. Минное поле еще сделаю. А что, почему бы нет? Дорогой какой, 255 и каждый апгрейд. Ничего себе. Наверное, урон большой, поэтому так столько стоит. Крутой апгрейд. Так, походу, надо сюда валить, наверх нам. Апгрейд бараков сделал. Единственные бараки у нас, кстати, уже нигде не ставил. Ну и нормально, все зато стреляют башни. Больше урона, а бараки это так, обороняться чисто. Лучшая оборона это... Лучшая защита это атака, да? Лучшая оборона это атака. Или как-то... Вот, она лучше работает, реально. Правда, вот тут какие-то чуваки пытаются пройти, я смотрю. Ну давай, герой наш, спасай нас. А все, походу, это последнее. Все, справился я. Справился. Так, ну так давайте продадим тогда. Раз, два... Ачивочка есть? А где ачивка-то? Продать башен там сколько-то. Ну. Я что, ее сделал уже? Блин, а прикиньте, сейчас что-то будет, а я все продал. Не, ничего не будет. Печальный день. Мой лук сломался. Везнан победил. Блин, а что-то ачивки-то не было. Неужели я до этого сделал? Я что-то даже не запомнил. Походу, да, уже не надо было продавать. Я в прошлый раз что-то продал, сделал. Ну-ка, давайте. Ой, не сюда. Достижение. Ну-ка, ну-ка. А, ну да, продайте, сделано. Так, давайте, сколько телепортов? Мне даже интересно осталось. А, ну, чуть-чуть осталось, смотрите. 99 осталось. 99 раз. Наймите наемников. Ну, это сделаем. Так, уличные фонари. Какой-то корень где-то спрятан. Так, призовите 50 капитанов. Воронами. 13 тысяч. Блин, даже половины не сделал. Сколько воронов надо делать? Запустите 500 всадников на ракете. Ну вот вроде прошло немножко. 500 всадников на ракете. Это же вот это, походу. Это башня. Ульями 163 было. Походу, троих только убил. Прикиньте, как медленно все это идет. А, у меня эти сделаются скоро. Три уровня осталось, да. Хорошо, значит, до новых встреч, ребят. Спасибо, что досмотрели до конца. С вами был Нормалик, специально для вас. Жмите, там плейлист будет в описании. Там все есть подряд уровни. Все, посмотрите, ничего не пропускайте. Надеюсь, вам понравилось. Всем пока. До новых встреч. Скоро новый ролик. Не скучайте. Пока.